Сегодня в городе Дергачи проходит международный турнир по подъему на бицепс, становой тяге и многоповторному жиму лежа. Несмотря на летнюю жару, турнир собрал большое количество участников из многих регионов Украины и ближнего зарубежья. Это завершающий турнир сезона, далее следуют летние каникулы, и уже с сентября спортсмены вновь вступят в бой. В данный момент уже завершились соревнования по становой тяге, и стоит отметить высокие показатели Ревы Натальи, весовая категория до 60 кг и рекордная тяга 160 кг. Хочу выразить благодарность сектору по вопросам молодежи и спорта Дергачевской районной госадминистрации. От своего тренерского состава Фурсова Руслана и Андрея Шульги я узнала о проведении данного турнира. В дисциплине становая тяга я подняла 160 кг, в весовой категории до 60 кг. Данным результатом я недовольна, несмотря на то, что это является рекордом Украины, потому что в планах было поднять гораздо больше вес. Поэтому на дальнейшие турниры задача поставлена, над чем и будем работать. Отдельное спасибо организаторам турнира, в частности Петру Тищенко. Организация была на достаточно высоком уровне. С большим удовольствием будем приезжать на дальнейшие его турниры. Хочется поделиться такой радостью. Этот турнир впервые международного уровня проходит у нас в районе. И мы рады всех приветствовать, всех участников. Сегодня мы приготовили в абсолютных категориях небольшие призы для наших участников. Мы рады развивать это направление в нашем районе. Оно получило очень большую и широкую популярность. И мы рады этому, и рады, что на уровне нашего района, на уровне нашей администрации это поддерживается и культивируется, этот вид спорта в нашем районе. Спасибо всем. Хочется пожелать нашим участникам только побед и обязательно закончить все без травм, получить хорошее настроение от общения с друг другом, от участия и от пребывания в нашем районе. Мы рады всегда всем, рады проводить такие турниры у нас. И, естественно, если будут инициативы проводить еще больше таких турниров и такого уровня, мы рады встречать всех, всех с праздником спорта. Занимаюсь пауэрлифтингом уже 9 лет в центре детского и юношеского творчества города Балаклеи у единственного моего тренера Морозова Павла. Выступаю на соревнованиях уже практически 4-й год. В ноябре будет ровно 4 года, как я первый раз выступил в Федерации пауэрлифтинга Украины РАВ 100%. Сегодня мне удалось установить рекорд Украины по юниорам, это 22-24 года. Мне покорились 226 кг. При таком интересном собственном весе 66,6 кг. Мы от всей команды выражаем благодарность Тищенко Петру Витальевичу за прекрасную организацию соревнований. Еще я хочу выразить благодарность, конечно же, своему тренеру за упорную работу со мной, моей девушке за то, что она мне помогает и вообще мотивирует на все мои победы. Также моим родителям за то, что они у меня есть. Вот. Всем желаю силы, чтобы достигнутая цель, которую атлеты поставили перед собой, всегда достигала. И главное, без травм. И побольше здоровья.